Коль скоро мы вновь вернулись, да, к Камчатке, я, слава Богу, не только один пою, но и с солистками со своими, и в Питере в том числе. А у моих камчатских друзей талантливые дети растут вообще по части музыки. И поют, и на гитаре играют, и вот именно музыкально, слава Богу, развивается на радость родителям. Сейчас я вас хочу с одним таким человечком, с одной такой человечкой познакомить. Ее зовут Ангелина Стенник. Она споет сейчас со мной две мои песни. Короче. Сейчас все будет. Значит, старый еврей взял к себе на работу в магазин сына своего. Приходит после рабочей смены домой, его жена спрашивает: что? Что такое? Как успехи? Да, нормально, ну есть нюансы. Ну что такое? Ну считает плохо? Ну нет, конечно. Плохо это, грубит клиентам? Нет, с этим тоже все хорошо. А что тогда? Он как-то сдачу отдает, плачет. Песня называется «Не читайте ноты на ночь». Не читайте ноты на ночь, музыка приснится, и во сне танцевать, как птица, в полете незримо кружа, придется нам спальня, все та же темница, и звезды на небе, мои сторожа, придется нам спальня, все та же темница, и звезды на небе, твои сторожа. Расслабься, все несерьезно, свободны млечные пути. Расстаться всегда не поздно, труднее вновь найти. Не читайте ноты на ночь, черненькие точки будут прыгать перед глазами друг другом наперегонки. А если на завтра назначен экзамен, то точки лишь цветочки, впереди ягодки. А если на завтра назначен экзамен, то точки лишь цветочки, впереди ягодки. Расслабься, все несерьезно, свободны млечные пути. Расстаться всегда не поздно, труднее вновь найти. Вместе! Расслабься, все несерьезно, свободны млечные пути. Расстаться всегда не поздно, труднее вновь найти. Не читайте ноты на ночь, музыка приснится.